Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня, спустя один год, я зашел на этот аккаунт. Мне очень интересно, что ж тут есть, чего нету, поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну а перед началом хотел бы вам подарить Kunai Poison. Чтобы получить его, надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, посмотреть все видео без перемоток, и в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твою ID. Ну что же, всем желаю удачи. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на один из моих старых аккаунтов. Ну что же, давайте смотреть, что же тут есть. Первое, что я вижу, это ID на пятерочку, почти на шестерочку, реально старый ID, потому что сейчас уже ID на девятку. Дальше я вижу звание рейнджер. Кстати, это звание я получил буквально пару месяцев назад, когда играл на этом аккаунте, когда забанили мой основной аккаунт. И именно в тот промежуток времени я себе апнул звание рейнджер. Ну, кстати, рейнджер, в принципе, солидно, ну, не нуб, не про, среднячок, как раз про меня. Ну что же, давайте смотреть, какой же у меня КД. КД 0.93. Ну, кстати, нормально. Процент побед 57. Ну, в принципе, все то же самое, что и на основном аккаунте. Теперь смотрим общую статистику. 3.49. Это как так-то? Это точно мой аккаунт? Ничего себе, сказал я себе. Так, а теперь давайте посмотрим, какое же у меня было звание в первом сезоне. А в первом сезоне у меня была элита? Что? Вот это я понимаю, вот это я крутая деловая колбаса. Так, ребятки, и давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим, что же у меня за клан. Клан у меня... А что это за клан? Кто это? Я вообще не понимаю, как я мог вступить в этот клан. Я бы никогда в жизни в него не вступил. Это клан какого-то ноунейма. Это клан какого-то подписчика. Или что это за клан? Я без понятия, ребят. Мало ли у вас есть какие-либо версии, пишите в комментарии, как я попал в этот клан. Ну а сейчас я конкретно в шоке, потому что у меня 60... тысяч заявок, друзья! Вы понимаете, насколько же это много? Блин, вот если бы можно было эти 60 заявок перенести в ВК, например. Ну что же, а давайте-ка мы прямо сейчас почитаем сообщения, какие писали на этот аккаунт. Ну что же, первое, что я вижу, парень по имени Красавчик. Кроссавчик. Мне напишет, был. Походу, у парня явно какие-то проблемы. Дальше пишет Веля. Ау! Анетка, это ты! Ау! Какая Анетка, это Кент АПК. Так, ну что же, я тебе сейчас такое покажу, обострешься. Блин, братан, ну я уже обосрался, даже не надо ничего показывать. Здравствуйте, а вы правда разработчик? Ну конечно, я разработчик, ребят, ну кто бы сомневался. Ладно, мужики, хватит притворяться, как будто я не понимаю, что вы все хотите увидеть мой инвентарь. Ну что же, не буду вас томить, полетели, потому что я уже и сам не помню, что же тут есть. Нифига себе, у меня 37 тысяч голды, вот это да, 3 фейбл кейса, куча чарм паков, обалдеть, а сколько они стоят? А, я забыл, рынок же закрыт, опупеть, сколько у меня чарм паков, сколько у меня всего. Слушайте, а может мы с вами парочку откроем, потому что, ребят, ну прям счет очень много, рейнбоу секер паки, фуриас боксы, скорпион боксы, райвел боксы, не знаю, зачем мне боксы. Куча чарм брелков разных прикольных, куча разных легендарок, даже если стек 9 фейбл статрек, ничего себе. Слушайте, а у меня арканы есть или есть что такое дорогое? О, АК-12 Flow, это, ребят, уже с новогодней коллекции скин. Так, кажись, сейчас пойдет контент. Так, пока что я вижу наклейки, опять же, вижу новогодние наклейки. То есть это все явно стоит очень-очень дорого. И самое ценное, что вижу, блин, да сколько у меня фуриас кейсов. Обалдеть, ребята, мне просто плохо. Посмотрите, насколько же их много. Обалдеть, вот это да. Так, дальше вижу хэллоуинские чармпаки. Обратно же их тоже куча. Я вижу ножи, вау, Kunai Poison, Джекоманда Флорал и Керамбит Сноу Камо. Блин, ребята, 3 самых крутых ножа. Ну, не хватает еще М9 Байонет какого-то. Ну, честно говоря, очень классно. Особенно все эти брелочки, особенно все эти привидения, особенно P90 Самурай Статрек, G22 Nest. Посмотрите на этот брелок. Блин, ребята, как же все это классно. Я в шоке. Сколько у меня легендарок, вау, я уже про все это и забыл, опупеть, так я богат оказывается. Ну что же, я прекрасно понимаю то, что вы, ребята, хотите, чтобы я сделал вот это.
Я вот часто прокачиваю разные аккаунты, но прямо сегодня я, ребят, прокачаю мой аккаунт, и я пошел открывать хэллоуинские чармпаки. Потому что у меня их слишком много. Чтобы понимали, каждый чармпак стоит по 400 голды, а покупал их вообще по 500. Ну что же, полетели. Что же нам падает из хэллоуинского чармпака? Чтобы понимали, я полгода их не открывал, но именно сейчас на видео. Но я думаю, что парочку можно открыть. Так, ну что же, первый выпал эпик, это уже хорошо. Открываем следующий чармпак. Ничего себе, как же их много. А прикиньте, еще аркана выпадет. Да, какая там аркана. Чар-метеор, хватите, кентуха. Так, ребят, ну я уже открыл на 1200 голды. Ну где же хоть что-то ценное, хоть что-то... Ох ты, блин! Также, ребят, у меня очень много Furious кейсов. Я вам расскажу почему. Да потому что Furious кейс — это следующий кейс, который уберут после Origin кейса. Так что, ребята, давайте-ка мы прямо сейчас испытаем с вами удачу. Ну что же, Furious кейс, давай! Керамбит, 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 керамбит! Керамбит, блин, лучше бы он не открывал. Потом бы продал бы его за 500 голды и был бы счастлив и доволен. Так, ребят, вот это понимаю, Кента пока неудачник. Так, ну что же, еще один Furious кейс. Ну, пожалуйста, ну, родненький, ну, керамбитик. Ох, керамбит, керамбит. АКР спорт, если статрек, то считай нормально. Эх, блин. Так, и у меня еще есть 3 фейбл кейса, ребят. Ну, я считаю, их тоже надо открыть, потому что я слишком богат, поэтому я могу себе позволить. Открывай любые кейсы налево, направо. О, есть пиписец. 100 трек, неплохо. Так, еще осталось 2 кейсика. И что же мне выпадает? Ох ты ж, блин, М110 кибер. Мой самый любимый скин. Еще один фейбл кейсик. Ну, пожалуйста, ну, роднюсенька. Ну, хоть что-то мне выпадет в этой жизни. Понимаю. Ну а прямо сейчас я, ребятки, зашел в командный бой. И знаете, что я вижу? Я вижу Симпла, а также вижу огромный прицел, потому что это просто какой-то трындец. Я не понимаю, как я раньше играл с таким прицелом. А чувствительность, это, ребята, просто что-то с чем-то. Ее вообще нету, нету! Я просто вот так вот вожу, по всему столу провожу, оно поворачивает всего лишь на вот сколько-то. Блин, ребят, я не знаю, как же раньше так играл, как же это неудобно. Блин, просто фиаско. Но давайте попробуем хоть кого-то мочкануть. Опа, ну вот это парня. Ну, вот это было легко, Ариса. Есть еще пороховница. Ну что, пацаны, пока меня никто не убил, надо быстрее заканчивать видео. А, меня уже убили. Короче, братва, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока. Все нужные ссылочки в описании.